Здравствуйте, дорогие зрители канала Фарнакс Фильм. С нами вновь Владимир, наш друг из компании «Экокамин». И сегодня Владимир работает на выставке «Салон каминов 2021». И я его попрошу рассказать о том, что же они выставляют и чем они порадуют наших покупателей, какими новыми продуктами. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня давайте поговорим про новый камин «Крит», который мы показываем на этой выставке впервые. До этого его никто не видел. У нас сегодня премьера. Отлично. Камин «Крит» выполнен в современном стиле. Очень выгодный ракурс. То есть концепт этой модели – три стекла, что очень важно и актуально последние несколько лет. Мощность данного камина 14 киловатт, диаметр дымохода 200 миллиметров, очень удобная ручка. И, что немаловажно, у этой модели, как и у некоторых других наших моделей, две точки фиксации двери, что обеспечивает максимальную герметичность, которая возможна. То есть перекоса дверцы тоже не будет? Абсолютно никаких перекосов. Как раз мы таким образом полностью застраховались от этой неприятности, которая может возникнуть. Также у нас есть регулировка подачи воздуха на горение и регулировка системы «Чистое стекло». Стекло у нас термостойкое с принтингом шириной 700 мм. Есть интересная особенность. В этой модели у нас есть дровник, но у него есть еще одна очень-очень важная функция. Если посмотреть внутрь, мы видим ножки, на которых установлен камин. Так вот, благодаря этому дровнику мы можем изменить высоту ножек, тем самым выставить камин по уровню при монтаже. Угу. Ну и дровник тоже довольно объемный такой. То есть можно подсушивать дрова перед тем, как положить их в камин. Конечно, конечно, это огромный плюс. То есть горение будет чистым, не будет копоти на стекле. Абсолютно, абсолютно все особенности, какие могут быть, мы учли, по крайней мере, постарались. Еще интересная деталь. Футировка выполнена из вермикулита. Этот материал известен тем, что по своим свойствам он отталкивает тепло, тем самым передавая его максимально в помещение. То есть камин очень хорошо будет обогревать. Также в этом камине есть система вторичного дожига, что немаловажно. Это отверстие, которое находится на тыльной стенке. Через них подается воздух, необходимый для дожига газов, которые не успели сгореть при горении топлива. Совершенно верно, да. Да. Это, все вот эти нюансы мы, скажем так, учли. Еще особенность этого камина в том, что к нему в комплекте мы можем предложить дровник один, либо симметрично еще один с другой стороны, либо вообще предложить этот камин без дровника. Это все по желанию клиента. Ну, кстати, даже при несимметричном таком исполнении смотрится очень оригинально. Мне очень понравилось. Мы надеемся, что и нашим покупателям он понравится и будет радовать их своим присутствием в их доме. Владимир, я знаю, у вас еще появилась новинка, новые печи-камины, и они очень веселенькой расцветочки. Да, пойдемте, не будем скрывать, пойдемте посмотрим. Мы здесь находимся как раз возле веселеньких наших изразцовых печечек «Бавария». Веселости им придает изразец, от которого мы не можем отказаться. И больше того, мы знаем, что он очень нравится нашим покупателям. Да, несколько лет назад были очень популярны модели с изразцом, но, к сожалению, они исчезли из ассортимента компании «Камин». Сейчас вы вновь возвращаетесь к этой теме, потому что востребовано, да, все? Мы возобновили, потому что без этого нельзя. Действительно, огромный интерес у покупателей вызывает данные модели. Поэтому мы вернулись к этой теме. И сейчас на этой выставке мы показываем три модели. Бавария угловая с коричневым изразцом, Бавария угловая с бежевым изразцом и Бавария угловая в цвете терракот. В данный момент это три модели.
Пока что эта модель единственная, но она сделана на базе существующих моделей, которые в свое время полностью завоевали сердца наших покупателей. То есть это классическая Бавария? Классическая, совершенно верно. И просто с такими элементами декора? Совершенно верно. Вместо керамической плитки мы поставили уже полноценный из розец. А так здесь полностью сочетается все то, что мы использовали. Диаметр патрубка 120 мм, причем патрубок чугунный. Внутри футеровка шамот. Также у нас есть здесь система подачи воздуха на горение и система очистки стекла. Владимир, можете сейчас сказать, появятся ли в ассортименте пристенные модели? Евгений, только для вас и для наших с вами зрителей вашего канала Farnax Film сообщу инсайдерскую информацию. Планируется к выходу модели большего формата и в исполнении пристенно-угловом. Это ожидается в ближайшие примерно 2 месяца появления этих моделей. Мы сразу проинформируем наших покупателей и партнеров и, естественно, компанию Farnax в первую очередь. Спасибо. Владимир, а серийный выпуск изделий этих уже начался? Да, эти изделия производятся уже серийно, с марта месяца. Они уже поступили к нам на склад, поэтому мы готовы предложить нашим покупателям их практически с сегодняшнего дня. Ну что ж, несмотря на то, что выставка действительно не очень большая, но наличие таких ярких новинок все-таки радует. Ну и спасибо компании «Экокамин», спасибо лично вам, Владимир, за то, что радуете нас новыми изделиями. Спасибо вам. До новых встреч, друзья. Счастливо. Всего хорошего.